Летом купила скетчбук. Вообще была уверена, что я его успею срисовать до конца года. Но так как здесь аж целых 40 листов, рисую я не только в скетчбуке. В общем-то, не срисовала, но это не важно. Как бы я такой самоцели не было. Скетчбук для графики предназначен, но он выдерживает практически любые материалы. Бумага гладкая, правда. Я не любитель гладкой бумаги. Но здесь и акварели, карандаши, тушь, карандаши акварельные. Тут такой абсолютнейший микс чего угодно. И многослойные. Главное, что это ничего не проседает. На обратной стороне никак не отражается. И бумага практически не коробится, несмотря на то, что в некоторых скетчах довольно большое количество воды. Ну, в общем-то, такой, я бы сказала, дневник художника. Проба разных материалов, разных идей. Кого нравится мне вот экспериментировать. Где-то на одну страничку, где-то на две. Это уже как фишка ляжет. Моя любимая тематика. Без роз никуда, но все остальное тоже мне интересно. Ну вот, а это последний рисунок. Тоже этот год, 1 января. Вот еще есть куда стремиться.